Замок, смотрите. Боже. Все такое древнегреческое. Я, между прочим, уже просто out of breath. Потеряла свое дыхание равномерное. Да. Фу, мы на самой вершине склона. Я не знаю, кто же сюда поднимается. Фу, если они не в таком физической форме, как мы. А мы очень даже девушки стройные и спортивные. Смотрите, какой касл возвышается над островом Наксос. Какие двери. Старинная архитектура. И мы идем наверх. О, боже. Какая красота. Таинственная архитектура. Посмотрите, какие домики. Просто вообще, вы знаете, как для кукол Барби, как для нас. А дорога какая. Хочешь туда, хочешь сюда. Боже, боже. Where are you? I lost Megan. Difficult. Археологический музей. Мы его нашли. Он идет совершенно вот в те катакомбы направо. Пойдемте посмотрим, что там. Действующая колонка. Кто хочет воды попить, сразу станешь козочкой, Меган. Не пей эту воду, станешь козочкой. Козочкой станешь. Вот такой вот у нас таинственно старинный двор. И вы уже, наверное, поняли, что коты – это символ Греции. Они просто здесь везде. Везде, 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 везде. Так, Меган у нас заболела, поэтому не спрашивайте меня в каждых видео, почему это она там на заднем плане задыхается и кашляет. Болеет она. О, какая стена, посмотрите. Из камней просто. От и до. Там пятюнечки, гнездышки сидят. Боже, боже, какого же это все года. Я забыла свои голубо-зеленые линзы. О, боже, смотрите, какая красота. Какая стена. И вот такой вот у нас дворик. Старинный греческий дворик. И мы идем туда. Природа, конечно, здесь сногсшибательная. Бог одарил это место просто неземной красоты. В итоге я нашла дату построек этих зданий. Это 1739 год. Вы представляете, да? Просто три века. Три века тому назад были построены эти
греческие катакомбы. Вау, а это музей. Я никак не могу оторваться от этого заката. Смотрите, какой вид. Солнце. Замечательный, красивый и теплый день на греческом острове Нокс. Здесь кто-то живет? Наверное, да. Посмотрите, как растет вот это вот дерево. Отсюда, вот сюда, и потом вьется по всему зданию. Какие-то макушки, тайные, маленькие. Боже, какая красота! И многолетняя пальма. И, пожалуйста, да. Какая зеленая композиция. Зеленая композиция. Кактусы с цветочками. А, прямо красота, да? Ой, боже, злые собаки, оказывается, водятся. А я даже и не знала. Только кошечек видела. Только кошечек видела добрых, белых и пушистеньких. Да, маленьких собачек я не видела. Не ешь меня. Я невкусная, у меня ничего нету. Я костлявая. Да. Я костлявая. Ой, ты боже. Вот такие вот греческие дворики. Дворики, дворики. И мы идем. Возвращаемся с пляжа. И я проголодалась. Хочу я морепродуктов. Сейчас пойдем искать, где здесь что продается. Интересно, зачем они эти палочки? В каждый горшок высовывают такие палочки. Надо будет не спросить. Машинки такие маленькие, компактные. Видите, какие? Просто все мини-мини. Потому что большие машины здесь просто не проехать и не разъехаться. All right, here we go again. Очередное принятие пищи. И это у нас жареные кальмарчики с соусом, с какой-то зеленушечкой. Вот так вот с оливочками подаются. У Меган, как всегда, салатик с хлебушком. Хлебушек, ямс. Боже, какой запах кальмаров. Просто вообще супер. Так, и вот мастиха. Какой-то напиток натуральный, якобы из дерева. Вы не представляете, какой вкусный. На вид просто белый, без запаха. Совершенно без всякого, но на вкус такой вкусный, что я вам даже не знаю, с чем сравнить. Но это такое, знаете, как ликер, не ликер, 35 градусов, да, если водка у нас 40, по-моему, да? Это, говорят, 35, но она вообще не чувствуется. Очень вкусная, очень вкусная. Так, Меган у нас заболела окончательно. Мы сейчас пойдем в аптеку, будем покупать ей лекарства. А пока не будем о плохом, будем о хорошем. У нас ланч тайм вот на таком вот побережье. А теперь всем спокойной ночи с острова Наксос. Завтра будет новый прекрасный день. До встречи. Люблю, целую. Ваша Кэт. Thank you.